И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на острове. И сегодня пойдем, ну, не просто качать диносов. Но будем преследовать две цели. Первая — поиск ютеранцев. Вторая — если что, пойдем лутать подводные этим... артефакты. Ой, не подводные, а пещерные артефакты. Пожрать забыл взять. О, кстати. Меня что-то тут уже дожарилось. Точно дожарилось все. Опять. Вот я вот так каждый раз. А потом все по новой. Вот. Короче, пойдем сейчас путешествовать. Блин, полакнули в носе дальше. Так, секунду. Так, все, погнали. Ну, начнем с того, что... Да, я побегал немножечко по артефакту, по заметкам. И да, они получали всего лишь по 2 левела, и я просто забил на это дело. Половину у меня получили заметки, половины нет, но как бы они и так у меня вон дофига как прокачанные. То есть, ну, типа, камон, зачем... Зачем мне вот эту вот беготнёй заниматься? Они и так клёвые и прикольные. И сейчас... Так... Ну, во-первых, короче, давай сначала телепортируемся. А телепортируемся мы... слушай, давай вот сюда. Хотя, не, подожди. Лучше я сначала сам туда тпхнусь и поставлю куда-нибудь нормальный, адекватный телепорт, когда я смогу тпхнуться. И даже лучше, наверное, вот справа куда-нибудь сюда поставим. Да. Так, отлично. Телепорт поставленный. Теперь бежим в Зимка. Да, я ее так назвал. Еще будет. Отлично. Должны были все телепортироваться. Это мы сейчас проверим более точно. Потому что я ни разу еще с тем телепортом не... Тот телепорт не юзал. Поэтому как бы я без понятия, что как где. Но сейчас проверим. По идее, он должен был всех зацепить. Да, он всех зацепил. Отлично. Погнали обратно. Управление. Да, надо какого-нибудь крайнего брать. Во-первых... Мне нужно всех поставить на агрессивный. А во-вторых... Опа-на. У меня кнопка не жмется. Опять управление. А, да, точно. Стоп, подожди. Вечно вот эти проблемы. Нет, все нормально, просто язык не переключился. У меня бывает, что иногда заходишь в игру. Вот. Свист. Вот я туплю. Все. Теперь все за мной. И все, по идее, должны быть на агрессии. Ну, урон вы сами видите. 6500. 8000. 9000. Это благодаря тому, что это локалка. Это во-первых. А во-вторых... Опа-на. Опа-на. What the fuck? Погоди, братва. What the fuck? Нифига себе. Не-н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 е. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Ты у меня какой? Ну ладно, пускай качается. Ты у меня 231 самка. Блин, их надо хотя бы это... Первый, второй, третий... Не знаю. Вот ты? Да, отлично. А ты у меня...
231 самец. Вот ты? Отлично. Блин. Вот, вот они, походу, там кругаля вокруг него сделали, я теперь не смогу вылезти, да? Да, отлично, классно, классно, замечательно. Ладно, огорцуем. Красный луч. Я, короче, отправил их всех на базу. Да ладно, серьезно, в красном луче металлические штаны. Фиолетовые металлические штаны. Ну, серьезно, в красном луче. Кстати, вот такой дебаф прикольно сделали мамонтом. Ты прям испуган, урон меньше наносишь. Типа прикольно. Я вот только чисто за ютиранусами, когда начал гоняться, я этот баф, точнее дебаф, увидел. Прикольно. Короче, этой долбанной стаей вообще невозможно управлять. То есть, да, ты как бы зовешь за собой, они бегут на агрессии, все дела, глушат всех, но очень тяжело. Очень тяжело что-то делать с ними. То есть, как бы контролировать их тяжело. Разбегаются прям как нефиг нафиг, но не в этом проблема. Проблема у меня оказалась в том, что они могут тонуть же. Типа, камон, они же могут в воду занырнуть. Но... моя пробежка дала плоды, мало того, что они чуть-чуть подкачались, а так еще и это. Три ютирануса появилось, все. Столько мыслей что-то в кучу появилось, и я какого фиг завис. Вот, три ютирануса появилось, но восьмой что-то, вроде бы, короче, не больше десяти, вот, третьего сейчас завалил. Да, появилось их, кстати, намного больше. Благодаря такой зачистке глобальной на этой территории, прям их появилось намного больше, нежели обычно. Обычно я троих находил только на вокруг двух ледяных гор. А тут как бы нет. Вот. Полезная штука, но бегать, не знаю, силы пятью за раз, и все. И да, нужно их... вот, четвертый. Классно, 20-го левела, кстати, самый максимальный, который... появился, но он тоже говно. Не более пятью. Самый такой адекватный стак, чтобы и не теряться, и чтобы... да ёпта, уж за ногу. Чтобы не теряться, и... чё? А, ну и управлять было легче. Да. Ну ладно, чё, ещё позачищаем чутка. Три ютирануса, о, четыре даже ютирануса, это хорошо. Сейчас попробуем их зачистить и посмотрим, может еще кто заспавнится. Кстати, пока бегал, ютиранусов ни одного не убил. То есть их просто здесь вообще не было. А вот они появились. Кстати, почему я здесь бегаю? Потому что здесь спавн ютиранусов на этом уголочке. На этом уголочке и выше там, где у меня стоит телепорт. Я что-то заблудился, где этот козел, которого я не добил. 5 ветеранов. Ну, зачистка произошла, я так скажу, успешно. Единственное, что проблемка была и в их управлении. В целом, да, нормально. Еще побегаем, попробуем позачищать. Может, все-таки реально найду ветеранов сегодня. Хотя, если в этой серии называется... что-нибудь типа мучился с ветеранусом, притомил ветеранусом, ла-ла-ла, все в таком духе, значит притомил. И вам спойлер. А мне еще нет. Мне еще, я думаю, пару часов летать. Может больше. Да. 68-й ветеранус. В целом, и это уже хорошо. И, кстати, он около синего заспавнился. Здесь тоже вообще никого не находил. Да уж. Ну, посмотрим. Дальше полетаем. Все, короче, психанул, можно так сказать. Во-первых, у них весело забрал, оставив только мясо. А во-вторых, переименовал всех. Русские R1, R2, R3 – это родители. Они же родители, они же рексы. А английские
R1, R2, R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Это уже дети, которые, собственно, боевые единички. Да, вот такой вот ряд подряд у меня их тут стоит. Да. И, по ходу дела, я пойду того самого ветерана стомить. А почему бы и нет? В целом, не думаю, что будет... Ай, да по закону подлости, камон. Сейчас передо мной этого 68-го, все дела, и потом будет жопа-жопошная, потому что я надо там 100 с лишним плюс, да, и вот это такое, да ну нафиг, и когда это не нужно. Все как обычно, короче. Вот реально, всегда все одинаково. Но мне еще нужно будет обязательно по лучам горцевать, потому что нужно будет седло на Ютерануса, и по пещерам нужно будет сгонять. Обязательно. Так, вот это вот, да. Да, может быть, сейчас я и сгоняю все-таки. Залез в ледяную пещеру. С лордом. И он, походу, заспавнился. Прикинь! Он наконец-то заспавнился! Обалдеть! Оп, я знаю, что его можно так залутать. Классно! А че он так богов наспавнится раз в 10 летах, блин, козел. А вообще я сюда приперся, потому что на вики написано, что здесь есть красный дроп. А его нету, говно. Да уж, маскировочные ботинки и рецепт на фиолетовое седло Кицеркуанга. Тоже как-то не очень в пещеру силы зашел. И там был желтый, я нашел там вот это, и в другом синем нашел вот это. Ну, в общем, короче, ни о чем. Ни о чем. Так, если вернуться туда-обратно... Ох, и тише, посадишь, как далеко возвращаться, да? Хотя не сильно. Да уж. Тоже не очень. Стоять! А вот вы ныряете. Ну вот такие вот какие-то артефакты непонятные. Ой, артефакты, господи, все, у меня с этим артефактом. Не, ну ладно, ладно, не спорю. Пампар здесь хороший. В сравнении с моим 1400 на 299, а здесь 2400 на почти 600, это, конечно, да. И рецепт хороший, тут не спорю. Кстати, для моей задумки, вот вполне хорошая штука. Но, блин, какого фига? Да уж, и что у нас еще? Со входа попробовать пройтись. Может там что? Меховые рукавицы. Хоть что-то, когда нужно мне досталось. Но тоже же говно, ну не богу. Это единственное, для чего они хорошо, это что я сейчас вот их надену. Хлобыц. И я больше не замерзаю. Да, надел рукавички и больше не замерзаешь. Кайф. Все остальное металлическое, зато руки в тепле. Эх, жизнь так. Но. Кстати, здесь тоже должен был быть артефакт. Точнее, вот луч, но он вот здесь вот. И получается, если спрыгнуть в воду. Ну как спрыгнуть в воду? Спрыгивать никуда не нужно, она вот здесь. А что-то у нас находится. Да, но тоже, как видите, не очень. Да. Говно какое-то. Ну, с лучами что-то не очень. Ладно, ищем дальше. Да и киньте. Прикиньте. Седло с арказуха, 132-я броня. Я это странное седло столько искал, что жуть. Ладно, да, у меня сейчас лучше седло. Ну я это сраное седло, знаете, сколько искал? Ужас! Кошмар! Да уж. Такс, и мне нужно вот сюда. Только, понятное дело, дальше я не собираюсь идти так. Ну, это чтобы не обходить круг. Аля, дура! Чё творишь? Ой, да ладно, я застреваю здесь, да? Эх ты собака! Кошака, точнее. Ладно, так, ты у нас на нейтралке. Так. О!
Здесь, по идее, где-то... А, не, еще не здесь. Дальше. Прикинь! Седло! Тираннозавра! Мне этот сломали сраный... Дихлофос, как там его... Противогаз! Прикинь! Седло, мать его, тираннозавра! Идите в сраку! 272 брони! Мне и Тиранус больше не нужен. Крутяк! И вот я сейчас смотрю, сколько она от кожи требует, и думаю, блин, знал бы я раньше, что у нас мне нужно столько кожи, ни за что бы в жизни не выкидывал порядка пару сотен тысяч кожи. Учитывая, что мне нужно их 15. Это что у нас получается? Волокно фигня, это наберется. О, слиток металла нужно будет. Ну ладно, тоже наберем. 36 тысяч. Округлим. Умножаем на 15. 540. Да, у меня почти бы была бы вся кожа. Слушай, а погоди-ка. Я ее очень много оставлял. Это мне всего лишь... А, подожди, там стаки-то по 10 тысяч. Стаки по 10 тысяч! Раз. А, че? $250 000. О, прикольно. 12 тысяч. Классно. В общем, 250 тысяч. Даже 260 тысяч. Это хорошо. Это очень хорошо. Это означает то, что я буду жить. Так, ты у нас остаешься в верстаке, так что верстак сразу тебе и ложим. Сразу же кожу всю сюда. Офигеть. Так, что там, волокно? Вот волокна может не быть. Нет, волокно есть, отлично. И металл тоже весь сюда. Ну, металл я в основном добывал... не такой. Слиток металла. Да, это все есть. И это тоже у меня есть. Отлично. С волокном проблемки пока что. Но хотя бы одно седло я уже могу сделать и проверить, насколько оно крутое. Офигеть! Офигеть! От такого на 272 брони я не рассчитывал. Вот честно. Даже близко не рассчитывал. Го, затестим. Гитеранус, честно, теперь точно не нужен, потому что, типа, камон. Зачем? Зачем он мне? Урон у меня и так хорошо, броню мне дает вот эта вот штука хорошая. Так что все и так замечательно. Так, паразавр. А, мне ж нужно затестить, какой по мне будет урон, а не какой у меня будет урон. Типа да. Ну-ка. Да. Ладно. Зимку. Да, наверное. Блин, там что никто меня не может задамажить. В пещеру, точно! Так, давай смотреть. Так, 204. На Рексе в пещере. Ай, блин, мне бы лучше было одним и тем же. Ну ладно. Плюс-минус я все равно. А, кстати, я могу затестить. Кстати, а так, вода мне доносит урон также 4. То есть она фиксированно наносит. Окей. Ну как же чертовски неудобно. Знать. Так, ладно. Давай попробуем дойти до куда-нибудь. Еще мне интересно, что здесь светится такое. Желтенькое. О, там артефакт, что ли? О, артефакт, господи! Дроп. А, он под водой же, точно. Сука, говна. Не, под воду я точно не нырну. Иди нафиг. Если так, то бак сраненький. К
кстати, дубак сраненький, я ж не выложил. О, не выложил. Класс. Видали? Рукавички надела, сразу кайф. Тепло. Хорошо. Ну, ладно. О! Еще один дроп. Теплодок и раптора. Лютоволк. Тэнкс. На кранты ногам! Холодно! Ты дурной пёсель! Вот дурной пёсель, а? Пошёл! В задницу! От меня! Дурной пёсель! Так. Ладно, ща. Кстати, там говно. Так. Согрел Мишаню. И посмотрим, сколько вдарит. Там было 204, но левел я что-то не помню. Ну, видос гляньте, конечно же. Да. Просто мне интересна разница. То есть 184 вполне нормальный такой левел. Мне бы еще как-нибудь подойти, чтобы он меня смог задамажить. О, ну-ка. А дамажить ты будешь? Сыкло. Это серьезно, что ли, а? Ладно, подождем. Так, согрел обезьянку еще. Ну, ты это выплывешь? 8! 28! 26, отлично. Только сейчас бы как-нибудь вынырнуть из воды. Отлично. Но Мишаньку нужно дождаться. Кстати, здесь столько много дропов. Но они все такие ни о чем. Ну как бы вообще прям. Ой, блин. Кто там говорил про гору и Магомеда? Придется точно идти. Так. Че, не агримся, да? Гниды. Ну ты серьезно? Ты даже там не выныриваешь. О, 43. Отлично. То есть тупо в 4 раза. Как минимум. А то и в 4,5 раза уменьшается урон. Кайф. А что у нас тут похожется? О, здесь в этой пещерке кожица хорошо лутается. Пурловушка, иди сюда, пурловушка. На тебе, скотина драная. Писят они мне все. Эй! Вот такая вот фигня. Ну, в общем, вы поняли. Все очень-очень замечательно. Раз ветерану стомить я не буду, значит, следующие видосы уже попрут по боссам. Да, посмотрим, что да как, а где выйдет. Ну, следующие точно пойдем на босса, посмотрим, как параматель там справится, и попробую я все-таки соло на параматере. Да. Но это уже потом. На этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться, как говорится. Спасибо за просмотр, не забывай подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.